Сегодня в вашем лице, в лице водителей, представителей районов, я, конечно же, в первую очередь поздравляю нашу детвору. Тех, которые в преддверии новогоднего праздника получают такой замечательный подарок. Сегодня очень хорошее, красивое событие для нас всех. Но, наверное, и так это будет правильно, главный праздник будет там, в селах, в поселках Республики Калмыкия. Там, где уже сегодня, может быть завтра, детвора увидит эти автобусы. Действительно, программа очень эффективная. Вот уже на протяжении практически третий год Республика Калмыкия 66 новых автобусов получила. Еще 18 по текущему году в дороге. В общей сложности 66 новых автотранспортных средств пришло и придет в целом по окончанию этого года в Калмыкии. А значит, наши дети будут передвигаться комфортно, безопасно, смогут выезжать на различные культурно-массовые мероприятия не только в столицу нашей республики, в Калмыкию, но и посещать другие города, другие мероприятия за пределами республики. Я от всей души, еще раз повторюсь, в вашем лице поздравляю тех наших земляков, кто сегодня будет радоваться этому событию. Хочу верить, что эта программа будет продолжаться, и мы будем делать все возможное для того, чтобы самые малочисленные населенные пункты нашей Калмыкии имели такие транспортные средства. Будь то в сфере образования, как эти школьные автобусы, так и в сфере здравоохранения. Пусть всегда наша детвора получает все самое лучшее. Образование, комфортные условия для учебы, для того, чтобы заниматься творчеством, заниматься спортом, посещать новогодние елки. Уверен, что уже на этих автобусах, на ближайшие новогодние праздники, на новогодние елки, детвора приедет и в столицу Калмыкии, в Элисту. С праздником! Спасибо вам, дорогие водители, что вы пригнали такой замечательный транспорт. Берегите детей в первую очередь и берегите свои новые автомобили. С праздником, всего доброго, царам халхта!